У супергероев своя вселенная, а теперь у каждого еще и свой аккаунт в ТикТоке. Золушка, как обычно, вся в работе. Еще и полудня нет, а дом уже сверкает. Устала, пора и отдохнуть. За генеральную уборку мне как минимум положен достойный принц. Но сначала небольшое преображение. Вжух, вот это да! Только туфелька с другой ноги улетела чуть дальше. Еще дальше. И еще чуть-чуть дальше. Объект обнаружен. Принц как раз в поисках своей суженой. Туфелька есть, но как найти принцессу? Не проблема, если у нее есть страничка в ТикТоке. Так, и где здесь шоу-кик-челлендж? О, Золушка в рекомендациях. Танцует в прямом эфире. Я найду тебя. И здесь снимают танцы для ТикТок. Золушку не видели. Вот, где-то тут должна быть прекрасная принцесса. Нужно свериться с геоотметкой. Да, это точно здесь. А вот и она, туфелька в пору. Какое счастье! Соединились два одиноких сердца. И все благодаря ТикТоку. Романтический момент нужно запечатлеть на видео. Пусть подписчики порадуются. Если Алекс заходит в ТикТок, то это надолго. Но грация девушки-кошки отвлечет кого угодно. Эту кошечку не так-то просто сбить с толку. Вау! Она невероятная. Гроза бандитов, спортсменка и просто красавица. С ее участием можно сделать столько интересных видео. Только представь, девушка-кошка делает свой фирменный шпагат. Отличный повод для пранка. Убираем стулья и... ничего не происходит. Девушка-кошка продолжает свою тренировку. И на что они только рассчитывали? Великолепно! 1000 лайков! А у волшебников вообще никаких проблем со съемочным процессом. В их распоряжении волшебные палочки. Взмах, и Гарри уже в другой комнате. Еще одно заклинание, и мальчик со шрамом в воде. Наверное, ребята из Хогвартса – настоящие звезды ТикТока. А вот бэтбою не до челленджей и танцевальных батлов. Он занят настоящим супергеройским делом. Ловит преступников. Нехорошо грабить девушек, приятель. Полежи тут и подумай над своим поведением. Сумочку нужно отдать владелице. Но для начала поищем адрес в ее телефоне. ТикТок? Интересно, что это? Вау! Ничего себе! Да тут же целая сокровищница талантов! Кажется, бэтбой открыл для себя новый мир. Я тоже так могу. О нет, и бэтбой туда же. Решил стать тиктокером. Вап, необычный выбор для новичка. Сейчас он покажет местным танцорам пару своих лучших движений. Ничего страшного, тикток все стерпит. О, да, первая сотня лайков. Дебют прошел на ура. Теперь бэтбой станет настоящей звездой. А от фанатов просто не будет отбоя. А красотка Фиона выбрала себе другую нишу в ТикТоке. То, что у нее получается лучше всего. Да-да, она ест на камеру. А чего еще ждать от Огра? Не работа, а настоящий праздник живота. Каждый день целые горы еды.
Кажется, Фионе скоро придется заводить свой канал с фитнес-тренировками. Спайдер-бою редко удается хорошо выспаться. Если с кем-то приключилась беда, нужно скорее его спасать. Дружелюбный сосед не бросит в беде. Хорошо, что не нужно долго лететь куда-то на паутине. Пострадавший прямо тут. Вставай, парень. И так каждый день. Чуть закроешь глаза, бьет тревога. Опять кого-то нужно срочно спасать. Спайдер-бой давно научился надевать свой костюм за 30 секунд. Настоящий герой. Но иногда работу затрудняют вездесущие фанаты. У Спайдер-боя ведь свой канал на ТикТоке с акробатическими номерами. А когда тиктокеры встречаются под одной крышей, будь уверен, тебя ждет море креатива. Каждый захочет продемонстрировать свои суперспособности. Сейчас кадр заняли Гарри и Золушка. Необычный дуэт. Кажется, они приготовили салат. А сейчас последний штрих – соус. Гарри во всем знает меру. А вот Золушка никогда не упустит момента съесть лишнюю порцию майонеза. Кулинарное шоу в духе ТикТока. А Спайдер-бой, оказывается, такой шутник. У друзей такие забавные лица, когда они напуганы. В ТикТоке такие пранки просто обожают. Да-да, видео только что попало в интернет, а уже набрало море лайков. Это победа. Но Спайдер-бой еще бывает и очень романтичным. О, да у них с Золушкой любовь. Это прекрасно. И парочка очень любит снимать романтические видео. Каждое их свидание, каждый букетик и каждый поцелуй тут же оказывается в ТикТоке. А темная вдова привыкла работать в одиночку. Она танцует сразу в двух измерениях. Смотрится очень круто. Ее видео набирают тысячи лайков. Она пример для начинающих тиктокеров-танцоров. Возможно, эти супергерои и стали звездами ТикТока, но в домашних делах они абсолютный ноль. Оставляя их дома одних, нужно провести целый мастер-класс по ведению домашнего хозяйства. Посуду помыть. Утюг выключить. Смывать за собой унитаз. Вытирать пол. Ох, все это нужно законспектировать. Это вам не видео на ТикТок снимать. Но, наконец-то, свобода. Конечно, тиктокерам нет дела до уборки. Надо успеть выложить новые ролики. Похоже, их уже не исправить. Понравилось наше видео про киногероев? А кого еще из персонажей тебе хотелось бы увидеть в ТикТоке? Напиши нам об этом в комментарии. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые скетчи про супергероев и ТикТок на канале Трум-Трум-Вау.